Здорово, мужики, и доброго дня, леди. Это обзоры от Mob.ua, и, как всегда, я Трэш. Пришло время для тройного обзора, и на этот раз это будет аркадная головоломка Вольт, музыкальная ритм-игра Димо, или Тим, и... Черт, какой же это жанр. Дело в том, что в такое дерьмо я играл всего пару раз, и то в экстремальных условиях. В общем, замечательная игра по мультфильму Cloudy with Meatballs 2. Итак, Вольт. Представь, что смешали Buster Deluxe и Cut the Rope. Именно так появился Вольт. Сюжет нам повествует о нелегком пути, выброшенной на свалку батарейки. Да, наконец разработчики, как в далеких 80-х, стали что-то курить и ширяться. Гляди, и появятся новые персонажи, вроде Колобка, жрущего привидений. Основной способ передвижения батарейки – это прыжки и использование электрических разрядов, которых тут ограниченное количество. Так что каждый ход на счету, и продумывать придется все до мелочей. Преграждать вам путь будут всякие барьеры, пилы и так далее. Так, дальше у нас Димо, или Демо, или Дим. Не знаю, как это читается. Музыкальная ритм-игра, помогающая скоротать время, если у тебя есть слух и хорошая реакция. Смысл игры в нажатии на ноты в ритм-музыкальному сопровождению. В игре есть сюжетная линия и сотни музыкальных композиций на любой вкус и цвет. А, нет, не на любой. Шансона тут нет, тут только приятная слуху музыка. Приятно здесь также наблюдать за прогрессом игры, который выражается ростом дерева. Чем больше песен вы сыграли, тем роскошнее оно растет. А вообще, чтобы пройти все песни на 100%, нужно быть японским задротом. Ну и последнее чудо – Cloudy with Meatballs 2. Игра для детей, представителей женского пола, да и мужского в принципе, если справка есть. В жопу такой фон. В общем, нужно проходить уровни, соединяя рядом стоящую одинаковую еду и получая за это очки. Радуясь при этом как девственник первому сексу. Не знаю, что еще сказать про такую игру. Так что я помолчу, пока пройдет время, отведенное мне на обзор. Да. Ага, время. Ну вот, на этом у меня все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш шикарнейший канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!